Машина дымовая ТДА-3 предназначена для перевода в аэрозольное состояние дымовых смесей, эффективных в видимом диапазоне спектра электромагнитных излучений, и порошковых составов, эффективных в инфракрасном диапазоне спектра электромагнитных излучений. Расчет станции 2 человека. Старшие машины. Старший матрос Геннадий Вяткин. Старший матрос Арсен Оганесян. На центральной площади Владивостока автомашины повышенной проходимости «Урал-4320» с наметными расчетами на борту. Разработанный конструкторский бюро управления Николая Королева 82-мм миномет «ВАП-14 «Фантом», предназначен для уничтожения или подавления живой силы и активных средств противника, расположенного на открытых местностях по копам и траншеям, лощинах и ущельях. Дальность стрельбы до 5000 км. Максимальная скорострельность 28 выстрелов в минуту. Время перехода миномета в боевое положение 30 секунд. Машины ведут матросы Владимир Попов, Заур Соломанов, Никита Неспирный, Александр Кучер. На параде созданная советскими учеными реактивная система залпового огня БМ-21 «Град». Система «Град» предназначена для поражения противника, бронетехники, командных пунктов противника в различных боевых условиях обстановки и управляемыми 122-мм снарядами. Количество снарядов в залпе – 40 штук. Площадь поражения – 145 тысяч квадратных метров. Дальность стрельбы – до 40 километров. Реактивными установками залпового огня командуют сержанты Вадим Шугаев, Алексей Кудренко, Алексей Мубарашкин, Максим Кайдалов. Боевые машины ведут старшие матросы Алексей Ермошкин, Никита Барыкин, матрос Максим Форман, Артем Матвеев. На центральной площади боевые машины зенитно-ракетного комплекса ближнего действия ОСА зенитно-ракетного дивизиона 155-й бригады морской пехоты. Комплекс является слепогодным и предназначен для прикрытия сил и средств войсковых соединений во всех видах боевых действий. ЦРК ОСА неоднократно участвовал в реальных боевых действиях. Без его участия не обходился ни один из крупных военных конфликтов в последние десятилетия 20 века. ОСА уверенно поражает цели на высотах от 50 до 50 метров, летящих со скоростью 500 метров в секунду, на дальностях до 10 километров. Старший машин, старший лейтенант Андрей Люкшиш, лейтенант Виктор Судовский, капитан Сергей Бондарь, старший лейтенант Сергей Моисеенко. Машины ведут младший сержант Юрий Громов, старший матрос Андрей Краснов, матрос Владислав Кушин, матрос Владимир Сорокин. Механизированную колонну 72-й береговой ракетной бригады береговых войск Тихоокеанского флота возглавляет командир берегового ракетного дивизиона берегового ракетного комплекса «Бастион» майор Александр Цветков. Вашему вниманию представлены самоходные пусковые установки берегового ракетного комплекса «Бастион». Они предназначены для сражения надводных кораблей и различных классов типов и в состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтактных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. «Бастион» является одним из носителей ракеты «Оникс», которая, в свою очередь, наравне с ракетными комплексами «Калибр» и «Конфессивный» путем звуковой и проверенной ракетной «Сверхон» является основным противокорабельным ракетным оружием вооруженных сил России. В 2016 году береговые ракетные комплексы «Бастион» были применены для поражения целей в Сирийской Арабской Республике, что стало первым в истории боевым применением комплекса против наземных целей. Старшие расчеты. Капитан Павел Вершигара, старший прапорщик Руслан Сиддыков, старший мичман Максим Чайко, старший сержант Алексей Лагуткин. Кроме того, комплекс способен вести борьбу и собрать его в группу целей
оборонно-технического обеспечения соединения морской пехоты возглавляет капитан Денис Кобель. Дорогие друзья, перед вами бронированная ремонтно-ремонтная машина «Брэнка», изготовленная на базе колесного автомобиля «ВПРД». Предназначена для закладки самоходных машин и бронетехники. Максимальная масса машины 3,5 тонны. Экипаж